Эти люди смело шагают туда, где стихия не оставляет шанса жизни. Эти люди рядом тогда, когда уже смерть дышит тебе в спину. Эти люди спасают чужие жизни, не жалея своей. Эти люди носят гордое звание «пожарный». Сильные духом, могучие телом, жгучую стужу, удушливый зной, вы занимаетесь праведным делом, нас от огня прикрывая собой. Дай же вам Бог колоссальной удачи, верных подруг и надежных друзей. Пусть в этой жизни любая задача делает вас все сильней и сильней. В этом году, 30 апреля, пожарная охрана отмечает 363 года со дня своего образования. Пожарные 54-го отряда нашего города 27 апреля в торжественной обстановке встретили свой профессиональный праздник. В этот день чествовали всех, от ветеранов до самых молодых спасателей, выбравших когда-то этот почетный путь. Сегодня у нас на празднике присутствуют ветераны пожарной охраны. Просим их привстать с мест. Ортюков Вячеслав Николаевич, Карнал Ольга Семеновна, Кананенко Зинаида Сергеевна, Шипицын Сергей Геннадьевич, Зубков Евгений Петрович, Внуков Евгений Петрович, Милентьева Роза Павловна, Хлыбов Сергей Семенович, Лямзин Николай Николаевич, Стефинова Раиса Николаевна, Мазукова Александра Геннадьевна, Валентина Федоровна, Буланова Наталья Валентиновна, Курсаков Виктор Васильевич, Исупов Павел Аркадьевич, Радыгина Любовь Алексеевна, Прозорова Вера Георгиевна, Ильиных Василий Алексеевич. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В соответствии с положением о медали Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, за отличие в службе, за добросовестную службу и имеющих соответствующую выслугу лет в календарном исчислении, наградить по Главному управлению МЧС России по Свердловской области медалью МЧС России за отличие в службе первой степени Малых Вячеслава Александровича, майора внутренней службы. Белева Андрея Витальевича, капитана внутренней службы. Даже детям известно, насколько почетна служба пожарного, но насколько она опасна, можно только представлять. Дело случая. И самый опытный, и самый смелый пожарный – всего лишь человек против необузданной стихии. Человек не может победить огонь. Он может только каждый раз бороться с ним в неравном бою. Всех тех, кто не вернулся с поля боя, ребят, горевших заживо в огне, давайте вспомним и почтим молчанием их память светлую на родной земле. Прошу почтить память сотрудников пожарной охраны минутой молчания. Thank you.
этот день в адрес пожарных звучали только самые искренние и добрые поздравления и пожелания. Кроме медалей и различных грамот, пожарные получили и творческие подарки. Когда огонь слепой и коварный сжигает все, что на пути, на помощь ты спешишь, пожарный, чтоб от стихии всех спасти. В твой праздник я тебе желаю, чтоб труд всегда ценился твой, и чтоб с пожара, возвращаясь, ты невредимый шел домой. Ты частью силы боевой ударной, что неустанно борется с огнем. Хочу поздравить я тебя, пожарный, с достойным профессиональным днем. Пускай поменьше будет смен опасных и больше безопасных светлых дней. Пусть жизнь лишь один огонь не гаснет, огонь любви, что есть в душе твоей. От лица администрации Артемовского городского округа пожарных пришел поздравить Александр Миронов. Граждане государственной противопожарной службы, поздравляю вас с профессиональным праздником Днем пожарной охраны. Немало, в общем-то, проведено вами работы, так скажем, борьбы с стихийными бедствиями, пожарными явлениями. Убежден, что постепенно у нас люди научатся ответственно относиться к вопросам безопасности своей и окружающей. А значит, экстремальных ситуаций, требующих вашего вмешательства, станет намного меньше. И чего я искренне желаю вам и всем артемовцам. Крепкого вам здоровья, благополучия, успехов в службе, да благо противопожарной защиты нашего района. По поручению главы Артемовского городского округа, Кузнецовой Ольги Борисовны, хочу вручить благодарственные письма сотрудникам пожарной части 54-го ФПС Свердловской области. Благодарственное письмо вручается Гашкову Денису Владимировичу за успехи служебной деятельности в честь празднования 363-й годовщины. Праздник проходил строго и торжественно, и официальные поздравления сменялись творческими. С наступающим праздником пожарных поздравляли официальные лица, творческие коллективы. И, конечно, сами они не могли не поздравить друг друга. Вновь огнеборца день пришел, апрельский день волнения привел. В душе проснулись прошлые года, когда горела старая трава. И кто-то сильно пошутил, и на 30-е вам праздник утвердил. Уж не висят сухие в башне рукава, вот напасть красного большого петуха. И на природу все как варвары идем, и красу природы и леса не бережем. Здесь окурок, там костер горит, и вновь сирена вашу душу бередит.
и перешли вы на усиленный режим. Разгул стихии непременно укротим. Здесь работает проверенный костяк. В пожарном деле это право не пустяк. Командиры все как парни на подбор. Иночкар, как из поэмы «Черномор», дружину смело в бой ведет, огню свободу не дает. Здесь караул – одна семья, пожара хватка их видна, династии выросла плеяда, к отцам пришли служить ребята. Да, чтоб стихию укротить, проблем реформы не решить. Но в каждом городе, районе создать пожарные гарнизоны, бродмейстер должен быть один. Он на пожаре, господин, его указ для всех приказ. Но сказ остался позади, а поздравления впереди. На праздник выбрось все печали, а жить, поверь, мы лучше стали. С праздником всех!